Привет, друзья, с вами снова я, Равшан Хаджиев. Это очередной выпуск программы «Одно место». Давненько мы не виделись, давайте заполнять пробелы. Сегодня в 1447 раз я отправляюсь в поселок Мадыняр к своему другу Батыру Ошпазу, и у меня на это несколько причин, одна из которых очень гордо и симпатично восседает на пассажирском сиденье моей машины. Это невероятно крутая, огромная тарелка из сибирского кедра. Еще в прошлом году я получил посылку из города Нягань. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Эту посылку отправил мне очень внимательный преданный зритель Сергей Ефимов. В посылке было три большие тарелки, на одной из которых была записка с текстом «Батыру». Я с огромной радостью выполняю поручение Сергея и везу эту тарелку в Чайхану. Сергей, огромное вам спасибо прежде всего за интерес, за ваши золотые руки и за те нереально серьезные усилия, которые вам пришлось приложить для того, чтобы ваша посылка с посудой с русского севера добралась до наших теплых краев. Я тронут. Мы ждем вас в Узбекистане. Давайте вместе посмотрим, как еда от Батыра и другие узбекские блюда смотрятся на ваших тарелках. Огромное спасибо, низкий вам поклон. Это крутой подарок, самое настоящее украшение и стола, и интерьера. Я думаю, что даже у Путина такой нет. Аквадискотека есть, а вот этого нет. Я доехал, друзья, это поселок Мадыниат, Чайхана номер один, Ачик-Ош, в небе летает дрон, честно говоря, не вижу смысла, потому что конкретные координаты и локации, как обычно, прямо под видео, в описании, в тексте, ссылка, нажмите, увидите. Oh.
Друзья, я ненадолго запрыгнул в машину. Объясню. На территории Чиханы идет огромная стройка. Приезжают грузовики, разгружают щебень. Ребята орудуют лопатами. Тоже хотели построить хоккейную коробку, но сейчас уже опасно. Посмотрите, какой у нас январь. Сижу без куртки с опущенным стеклом. Прямо как июнь у некоторых из вас. Наш хаш кипит 2,5 часа, но если вы знакомы с творчеством Батыра, вы понимаете, что для него это не предел. Мне находиться все это время здесь, пока он готовится, нет смысла. Я быстренько сгоняю по делам и вернусь, что называется, на готовенькое для того, чтобы все показать вам крупным планом. Абсолютно символически прощаюсь. Все самые полезные ссылки внизу. Живите ярко, ешьте вкусно. Пока. Кстати говоря, вот что значит съемки в Чайхане. Чистый курдюк. Можно было бы смело прорекламировать какой-нибудь ваниш. Вы же любите интеграции. Хотя я, наверное, просто побрызгаю кока-колой. Прислушаться к ощущениям и раствориться в абсолютном блаженстве. Так кто же сказал, что рай на земле невозможен? Баунти – райское наслаждение. Kâğıtlı kişiler.
Надя Сергеевич, спасибо большое. Колоссайский каньон, нам туда, нам вниз, это порядка 300 метров, но мы хотим подождать, когда солнышко чуть больше выйдет, потому что сейчас пока опасно. Обалдеть. Мы поднялись, никаких травм, кроме психологических, не получили.